Более 10 миллиметров осадков приняла столица региона в минувшие выходные. Работы по расчистке города велись круглосуточно в усиленном режиме. Основные силы специалисты коммунального хозяйства направили на уборку дорог для беспрепятственного проезда личного и общественного транспорта. Только с воскресенья на понедельник в городе работали 571 единица техники и 2910 уборщиков. Также проводились работы в субботу и воскресенье по содержанию парков. 51 человек, 5 единиц техники, скверов, 84 человека, 3-4 единиц техники и 20 человек, 6 единиц техники по содержанию набережной. Активную работу ведут и по обращению граждан. С начала января поступило 1300 жалоб на недобросовестную уборку снега. Фактически все они отработаны, на некоторых объектах идут повторные проверки. Пристальное внимание по-прежнему уделяют расчистке дворов, внутриквартальных проездов, парковок, территорию объектов социальной сферы, школ, детских садов, поликлиник и больниц. Главам внутригородских районов и ответственным за уборку снега поручен ежедневный мониторинг ситуации по состоянию городских пространств. Под особый контроль необходимо взять расчистку от снега частного сектора, а также освобождение кровель домов от наледи. Вот много обращений, в частности по кровлям и по сосулькам. У вас вот там, где есть малоэтажная застройка, обратите внимание, сегодня все сосульки, все наледи с козырьков, с балконов, все поубирать. Работы по расчистке города от снега должны вестись не только муниципальными предприятиями. Проводить своевременную уборку и вывоз снега с территории дворов обязаны управляющие компании, представители ТСЖ, ТСН и ЖСК. Специалисты городского хозяйства продолжат работать в усиленном режиме до нормализации погодных условий. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.